На деревьях не может не быть листьев, потому что они есть. Иначе как объяснить то, что они есть? А как иначе объяснить сырно-колбасность колбасы с сыром? Африканский сыр-овсянка! Это что-то сырное, когда я ел сырный суп. О супе существует такая легендарнейшая история со времен эшкалопов, о которой никто не знает и неизвестно откуда она взялась ниоткуда. Вот так. Питер не грязен в сосуде, ни баллон не запачкан. Песич Entertainment представляет Андрей Гренер. Юджин Гамильтроп! Построждественского выпуска спящего фонтана!
Пошли. С тех пор, как фонтан вновь пробудился, линия времени начала ломаться, искажая нашу реальность. Все, что казалось нам одним, стало совсем другим. Вверх и низ, лево-право, больше этого не существует. Как можно теперь узнать, куда нам пойти? Теперь даже нет ни переда, ни зада. Андрей Кренер. Мы все идем? А куда мы, собственно, идем? Мы, Андрей Кренер, направляемся в постгород. А где это? Я знаю! Он там! О, ну давай пошли туда. Идем. Он сказал, что мы направляемся в постгород. Но в тот же самый момент ни я, ни Юджин Гамильтроп понятия не имели, что это означает. Я Андрей Гренер. Так ничего не выйдет. Мы изобрели какие-то... Пост-дебри уже, по-моему. По-моему, отсюда мы так просто уже не выберемся. Да, я это понимаю и чувствую. До пост-города еще слишком далеко. Что ж нам пост делать? Я думаю, есть только одно пост-решение этой проблемы. Неужели ты имеешь в виду это? Нет. Да. Да. Нет. Да. Телефон! Андрей Гренер. Все! Поехали! Стоп, я не понимаю, ничего не выходит. Почему мы еще здесь? Телепорт. Он не работает! Работает! Это какой-то пост-мир. Я знаю. Здесь действуют другие пост-законы, пост-физики, пост. Пост! Что же мы пост будем делать, твою мать? Я знаю! Успокойся! Что? Мы используем! Что? Пост-телепорт! Пост-телепорт. Поехали! Юджин Гамильтроп. Похоже, нас пост-телепортнуло. Да, ты прав. Смотри, похоже, мы оказались прямо перед вратами в пост-город. Это пост-город, в котором мы появились. Смотри, там так и написано. Пост-город. Пост-город. Мы здесь рядом. Пост-штуки. Это же те самые пост.
штуки, про которые ты говоришь. Тихо, а то нас могут услышать пост все. Андрей Гренер, не забывай, что мы находимся в постгороде. Мы должны постараться пройти здесь как можно более постнезамеченными. Постнезамеченными. Территории постгорода. Здесь нужно быть внимательными и постбдительными. Везде нас могут поджигать стражи фонтана. Это не может быть, чтобы стражи были даже здесь. В этом постмире, поствремени, постстражи не могут быть везде. Не надо. Я не хочу опять это пережить. Держись, держись. Должны быть бдительными, Андрей. Я буду бдить на постах. Неужели это то, что я думаю? Это то, что я думаю. Не может быть, что я думал, Приготовься к бою. Подожди. Я готов. Доставай оружие. Вот так. Гренер в пост. Идем, идем. Держим камеру. Да, ты, Гренер. Я разберусь с этим пост говном. Андрей Гренер! Андрей! Исходь, Андрей! Она спекается! Я сжигаться, я не могу! Я не смогу справиться один! Андрей Гренер! Ну как? Ты в порядке? Я не знаю. Похоже, ничего не сработало. Нам надо уничтожить тогда этот пост-унитаз. Давай пост-уничтожим его. Ничего не срабатывает, Андрей. Ничего не работает. Ничего, пост не работает. Что он... Постой-ка. Что же это за пост? Ёлка здесь стоит. Гренер. Я чувствую, что это она дает ему пост силу какой-то неуничтожимости, я не знаю. Так давай, порвем ее. Рвем ему жопу. Yeah!
Андрей Гренер. По-моему, нам пора сломать ее пост напополам окончательно. Давай сделаем это! Постой! Постой, я же ногами трогаю! Я стою, Андрей Кренер! Я чувствую, как пост унитаз ослаб! Его пост силы покидают его! Пора его прикончить! Пора прикончить его! Да. Мы сможем это сделать! Способ сделать! Андрей Гренер. Ты ногами трогал. Хорошо, мы уничтожили пост унитаз. Да, он уничтожен. Мы разобрались с ним. Но время. Время тикает. Тик-так. Нам нужно срочно найти укрытие на ночлег. Время не на нашей стороне. А также этот пост мир. Пойдем скорее. Я думаю, можно поискать какое-то небольшое укрытие на ночлег, да. Что и я. Да, Андрей Гренер. Это какой-то пост-человек. Пост-человек. По-моему, надо попытаться с ним заговорить. Надо не спугнуть его. Побежали за ним. Эй! Он убегает! Бежи за ним! Велбон CX-300. Я проверю эту комнату. Хорошо, давай. Thank you.
больше ничего не осталось. Как же прекрасен был мир до поствремени. Ничего, Андрей Гранер. У нас еще есть возможность все вернуть. Дни пролетают все быстрее, и мы уже давно сбились со счета. Что будет завтра, я не знаю. Но надеюсь, что будет что-то, что было бы, если бы завтра было что-то. Завтра. Спать на твердом полу, укутавшись в какой-то старый хлам. Как будто тебя всю ночь обнимал старый грязный бомж. И еще воняло говном. Или это Юджин Гамильтроп впердел? Как глупо. Гульки здесь уже давно не летают. Завтра будет. HD? HDMI. Там M-Audio, Pro Tools? M-Audio Pro Tools HD10 HD, последняя модель. Стоп. Мне не кажется, что мы ходим по кругу. Да не. Вон. Так вот, просто компания Avicii перехватила M-Audio, и у них сейчас вся продукция от них идет. Fast Track Pro, Ultra, Sibelius. Короче, весь софт теперь они выпускают. Стоп, блин. Мне не кажется, что мы все-таки ходим по кругу. Подойди, надо осмотреться. Это то самое место, через которое мы прошли уже 10. Нет, полностью нормально. Ладно. Так вот, HDMI. Да? Протуз? А, про Маузер, да, Маузер. Ну, там антивирус. Что-то у меня там стоит галима. Был у меня... Галимый, теперь у меня Core i3, ядра. Core i3. Ядра зеленые, нет? Я не, вот не знаю. По-моему, он говорил, что у меня 4 разных или что там он говорил. Может, у тебя, наверное, 2 ядра, но они зеленые на 2, то есть как будто 4 получается. Но я знаю, что у меня точно 2 жестких диска теперь. А по сколько гигов каждый? Ну, один таки был 400, второй 350, примерно одинаковый. А, и там что-то, когда рам там... Рам у меня, кстати, только одна штучка, она на 8 гигов. Ага. И получается, что... А, вот мы и выбрались. Да? Да. Юджин Гамильтроп. Это же... Как мы сможем с этим справиться? Мы справимся как-нибудь с этими постунитазами, вставшими у нас на пути.
слушаю. Давай, молчи тихо, у меня есть план. Какой? Расскажи мне. Это должен быть очень постплан. Не может быть! Что такое? Почему он не работает? Джингами дроп. Это пульт! Хренов пульт! Тогда... Давай сюда. Полетело! Полетело! Ого. Ничего не помогает, Андрей. Да, Кренер. Что ж нам делать? Нам нужно оружие. Нам нужно оружие. Какое? Какое оружие нам взять против такого сильного врага? Пост-врага. Давай это. Держи. Другой. Ладно, бери. Пошли, мочить его, Андрей Кренер! Щить его! Дёргай чемпионера! Жалости, не уставая, сокрушая врагов одного за другим, словно горстку дерьма. К вечеру все было кончено. Но впереди нас ждал враг, куда более сильный и жестокий. Король унитазов. Унитаз с бачком. Похоже, это сам король, босс унитазов. Босс унитазов король. Ничего, ничего, мы разделались с ним так же, как, так же, как и с этими миньонами. Божество. Что произошло? Ты это ничего не понял? Какая-то постчудовищная безоружающая техника. Где наше пост-оружие? Как мы будем сражаться против этого пост-короля унитазов? Надо срочно что-то придумать, Андрей Гранов. Что делать? Нам нужно еще какое-то оружие. Где надо взять? Что делать? Я не знаю. Есть только один выход. Неужели ты хочешь сделать это опять? Они песня самая. Книгу Петрухи Вороновского. Давай, Андрей Кренер. Я не понимаю, что здесь написано. Это какие-то древние заклинания. Кто это? Я не могу понять. Может, ты можешь? Попробуй. Ты наша последняя надежда. Это таинственные заклинания самого Петрухи Вырезовского. Петрухи Вырезовского! Не может быть! Что там сказано? Здесь сказано. Снежич Ураганич. Снежич Ураганич, это какой-то... Ураганич Радич. Особый Радич, язык. Хаотич языкич. Давай используем хоть одно, проверим. Наверное. Ураганич. Паразитич, унитазить, постить.
я чувствую силу, что-то происходит. Что-то происходит, что это? Что это такое? Это ураган. Что это за сила? Истощенный. Переполняй все мое тело. Заклинания твои работают на меня. Вот, используй мое тело. Вот джин Гамитра. Гамитропич, Гренрич, Петрич, положить унитазить в пости. Вот оно, да, вот Юджин Гаметр, да, Юджин Гаметр. Последнее заклинание, которое его уничтожит. Это пост, последнее заклинание. Пост, заклинание. Уничтожить, постить, фонтанить, снегить, свипить, постить, унитазить, нахерить. Андрей Кренер, убегай оттуда! Сдохни нахер, тварь! Могучий и великий король унитазов был, наконец, повержен. А с ним и вся его армия. Все его миньоны. Гренер, теперь ничто нам не мешает попасть в пост логово постфонтана. Ничто нам не мешает попасть в пост логово постфонтана. Побежали. Побежали отсюда.